4, сколько? 27, да? 3 часа ночи. Видишь, она вот куда идет. Вот я еще раз, значит, добавляю. Ну, день разгорается, да, уже здесь. Значит, это у нас будет, получается, вот 4 утра, да, где-то. Вот еще можно добавить час. Вот она идет у нас. В 6 утра будет. Видите, что она проходит. То есть там она еще идет, а мы уже в прошлое. То есть это в будущее. И вот она на краю солнца. Ну, здесь можно вот минутками добавить несколько минут. Она вот, видите, к краю солнца подходить. 8.30. Там где-то 8.57 все это закончится. То есть мы можем, видите, 8.30, 8.